В очередной профилактический рейд вышли одинцовские госавтоинспекторы. Операция «Пешеход» должна напомнить жителям округа о правилах дорожного движения и о необходимости использования световозвращающих элементов в темное время суток. В последнее время участились случаи наездов на пешеходов в темное время суток. А все из-за того, что многие не используют вот такой световозвращающий элемент. Этот аксессуар однажды может спасти вашу жизнь. По словам майора полиции Александра Типухина, несмотря на опасность, пешеходы упорно продолжают нарушать правила. Перебегать проезжую часть в неположенных местах, неожиданно появляться перед автомобилями и попросту передвигаться по дорогам. Вот наглядный пример. Женщина переходит вне пешеходного перехода. Пешеходный переход находится в 100 метрах от нее. О чем говорить? Поэтому работают экипажи. Как раз и работа вся направлена на то, чтобы пресечь данные правонарушения как и пешеходными, так, соответственно, и водителями. Одинцовская госавтоинспекция призывает всех участников дорожного движения соблюдать правила, а главное быть взаимно вежливыми. Елена Морозова, Денис Харламов, телекомпания «Одинцова».